для тела положим. Да, голову в мою сторону. Эту руку оставляем Так. Хорошо, хорошо. Вот то, что я называю одеть медвежью шкуру. Так вот, раз, плечи. И пошли дальше с противоположной стороны. Терпимо. Постепенно буду глубже, глубже в мышцы заходить. Кое-где может уболеть, но придется потерпеть. Еще должен предупредить, что могут с непривычки мышцы поболеть на следующий день. Ну, как у спортсмена после тренировки. Поэтому завтра меня сильно не ругай. А то и кать буду. Тут тоже терпимо, да?
кое-где прохрустели, да? Нормально, в поясницу не отдает? Нормально. Отлично. И теперь выдох. Длинный протяжный выдох. Все, дышим спокойно. Так, ну теперь меняем руки наоборот. И голову тоже.
вместе. И еще раз. И еще раз. И еще раз вместе. Вот это знал. И теперь длинный протяжный выдох. И сейчас посильнее пройдусь, еще раз выдох. Так, теперь руки под голову, кладем лбом на руки. Носом не упираешься, нормально там? Можно повыше, если хочешь.
Да, так тебе. Нормально, так удобно. Mm-hmm. Вот, шея открылась, еще лучше. Только пошире вот так вот. Шею терпимо. Да.
лежа, а я пока займусь ногами. Терпимо тут.
Тоже нормально? Тут палец немножко выбит. Не больно тут? Нет, не больно.